Bu kapağız ken bu ye, yıllar kadarı sizi Завод АЗПИ подвезли новых работников, организовано на автобусах. Это третий привоз людей с рабочих мест. Выборы, город Томск, 264 участок. Самое интересное, что власть в этом не сильно заинтересована, потому что ведь специально сделали голосование в 3 дня. Не только удобство ради, а в том числе и потому, что голосование в 3 дня позволяет лояльных избирателей развести по дням, да? По группам, по колоннам. Собственно говоря, 3-дневное голосование дает возможность проводить мобилизацию, не привлекая внимания. Но защиты от дураков нет. Да? От эксцессов исполнителей никто не страхован. Есть перегибы на местах. Вот если это происходит массово в регионах электорально управляемых, то есть тех, где, собственно говоря, уже понятно и ясно, кто победит на выборах в округе, и все равно это происходит, это просто говорит о скудоумии местных региональных властей. Большого ума все это происходит. Тут есть подозрение, что ты голосуешь так быстро, потому что тебе нужно отчитаться о том, что проголосовал. Что есть кто-то, кому ты должен сообщить. Я проголосовал. Да? И сообщить в рабочую пятницу. Даже если кто-то выходной сегодня, да, пятница у нас традиционно считается рабочим днем. Чтобы в субботу, воскресенье начальство могло курить бамбук на даче или где-нибудь еще отдыхать и не переживать, не париться. Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас. Ведь сегодня бюллетени попадут, и все в урну в час.